достала у нее сигареты, а потом нагло не брала. Нет, я на твоей стороне, но мне нужна правда. Что случилось? Прошлый год был тяжелым. Ты же знаешь, дети ходят в частную школу, а это стоит целое состояние. Но потом у нас появились деньги. Да, очень классно позагорала. Видно же, какой загар сразу. Румянец какой появился. Загар сразу на лицо. Добрый вечер, спасибо большое. Может, Фрэнк ни при чем, и вы не ошибаемся? Я спросила, до сих пор не нашел его связи с Кэролин Беккер. Да, я не нашла. Мне не обгорело, мазалась кремом. Осмотрела личные вещи? Да, осмотрела сумочку. Каждая вещь мне это слишком личная. Сразу понимаешь, что человек из себя представляет. И какой была Кэролин Беккер? Будет смысл, я съела свою, лезет к нему в миску. Что, он кушает еще? Мами. Она полностью посвятила себя проекту «Чистая вода». А у нее в кошельке я написала «Связанная мальчика из Но когда там остановились эти мальчики, мои девочка. Но если кажется, что уже все, что могли, сделали, можешь никак не поступать. А почему эта штучка перевернулась? Точнее, не почему, а как? Да. Она так, наверное, была. Да? Нет. Здесь же с камушки. А там, посмотри, так же? Нет. Вот здесь. А это дело задом наперед? А здесь камушки как? А здесь так, да? Да потому что это джема. Потому что посмотри. Здесь же этикетка есть. Не то, что ты думаешь. А ты где? Сзади. В смысле, где? Вот. Ну да, по-хорошему. Значит, этикетка должна быть. Спереди красиво. Здесь очень красиво, если что. Доставка почему... По Москве бесплатно, но потому что очень много пишут, просят о том, что в... на этого, на это, на это, посмотри, посмотри. Вот, да, но это в том только по 100% оплате, если как бы покупают вещи, без всяких примерок. Сегодня какая кухня? Русская народная. Итак, знаете, в Дубае очень... Лапша домашняя. Так, не надо туда ходить. Я тебя курицы с гречкой. Ты меня кусаешь. Мать, ну это ужас один. Где поезд твой? Охрана. Поезд твой где? Не такое уж прибыльное дело. Выпучит свои глаза. Было очень тяжело. Нужны были деньги. Вот я и подрабатывал в стране. Я вас не буду кормить. Я пропускал за месяц целый концерт. Это тебе не доело. Спасибо большое. Автозагаром. У меня сегодня натуральный загар. Наверное, если бы я жалела, что я сделала, я бы уже давно их убрала. Вам так не кажется? Нет, я же специально... под пальмой пряталась же, чтобы не сильно обгореть. Моя мама выходит на улицу тоже вместе со мной. Ой, как этими очками, честно, одолели все меня. А я перекидывала всех на Джему, а Джема запретила это делать. Как вы запарили, господи. Водичка сегодня очень теплая была. Прекрасно покупалась. Мамуль, тебе привет. Этот, вы знаете что?
Никак не отношусь, не верю ни во что. Обсуждать не хочу это. Даже этот, мы смотрим... Нет, это не молочная каша, это суп с майонезом, лапша. Фу, молочная каша, не портите мне аппетит, пожалуйста. Ой, меня аж передернуло. Любовь моя, ты уже поела. Этот, мы, короче, сериальчик смотрим. Ну как мы, мама его смотрела. Вот, и меня подсадила. Несколько дней я тоже смотрю. Про врача на канале ТВ3. Так, чтобы вы понимали, сегодня там серия была про вирус. Уже сегодня была. Я поправилась. Вес не знаю, рост 1,66 м. Но я же говорю, раз я уже поправилась, я просто буду свой коварный план превращать в действие. Хороший доктор, да. У нас размер костюмов этих серых SML. Да. Нет, не могу говорить быстрее, мне кайф говорить. Нет. Мне кайф говорить медленно. Как я отношусь к поправкам, к новым? Ребят, ну, наверное, глупее вопроса, ну, нет, вот как вы к этому относитесь? Ну, я что, не человек? Конечно, так же, как и вы, ужасно. Нет, я не ем каши вообще, тем более молочные. Какой план? Я поправлюсь сначала сильно, как раньше, а потом сделаю операцию по попе. Ой, вообще такая злая, как сучка. А, размер SM, LXL базовых футболок. Привет, РФ. Улыбайся. Молоко я не ем, не пью. Попу что сделаю? Добавлю чуть-чуть. Попу. Ну, опять же, это же все так, знаете, мечты. Потому что... А, мама запрещает. Да, мамуль. В попе все так. Эллочка, привет. Посуда, сервис-бар. Сдалека очень даже красиво. Скажите, маникюр я сделала. Я тоже так считаю. Марат, Фуцик, это ты. Не я. Ой, господи, вообще не собираюсь жевать. А не лобчик. Это будуль с моего эфира. Блин, я понять не могу. У меня с утра потрясающее, просто потрясающее настроение. Ой, тут у нас опять банда блядей семерочных. Я вышла утром, пока ехала. В прекраснейшем настроении, в потрясающем настроении. Нет же, начали опять гадости писать. Да когда ж они все успокоятся? Ну никого не трогаю, господи. Почему все от меня что-то хотят? Привет, Алик.
Марин, ужасные губы, не смотрите, отвратительные. Я и сама, знаете, какая ужасная и мерзкая. Спасибо. С ним связалась организация политики Манхэттена. Казалось, что это пустышка с нерабочим номером. Тот, кто за этим стоит, подставил Эрика Чемберса с помощью Фрэнка. Можно отследить деньги? Не получается. Эти банкноты с последовательными номерами, наверное, сняли в банк. А что с конвертом? Мне волосы еще не покрасила. Но этого не хватит, чтобы пробить его баланс. Может, это и не нужно? То есть? Просто, судя по сообщениям на телефоне Гарден Деккер, проверить можно всего одно имя. Сусан, фу, у тебя между ног. Я готовить, ну что, откуда такая роскошь? Нет, не умею. Вообще ничего не умею делать. Представляете? Ой, Гамзат, вы прям пикапер от Бога. Алик, да я из-за тебя поправилась. Я тебе клянусь из-за тебя. Я вообще от тебя отпишусь. Я твои не могу сторисы смотреть. Это что ты делаешь с едой? Реально. Ногу подвернули прямо шетит? Какой кошмар. Ну что же вы так неаккуратно? Иди сюда, моя девочка, залазь. Как я худею? В каком месте? Если я только набираю. Посмотрите, у меня уже передавливают ляжки. Худею я. Пока я просто набираю. У меня и характер жесть, поверьте. Не только губы. Не, ну ладно. Толстым ты ходи, блин. Тебе легче, ты мужик. А бабам что делать? Ой. Ати сегодня, да, у нас сегодня была генуборка. Вот, и Атечка ходила сегодня в... Не, зачем? Не хочу мыть руки после... Я же их облизала. Это вы так с собакой гуляли? Ой, господи, ну дай бог этот скорейшего вам. А я бы восстановление, я буду просто аппетитная. Ты знаешь, про меня не скажут, что я просто буду аппетитная. Я буду жирненькая. Я не доделала картину. Нет, когда? Сегодня я была на закупке тканей. Потом этот... Не просто, не чулочки, гетры. Потом сидели, думали, как шить, что шить. Потом у нас с мамой была генуборка. Нас ветром не сдует. Да нет, я же вам говорю, я руки облизала. Зачем их мыть? Думаете, я шучу? Я с мамой живу. Марин, вы меня сначала обосрали, а теперь нормальные вопросы мне решили задавать. Здравствуй. Я тебя тоже люблю, моя принцесса. Моя принцесса, я тебя люблю. Это не еда. Это не еда, любовь моя. Я делаю? Не, извини. Знаете, какая злопамятная? Вы даже себе не представляете. А еще у меня очень хорошая зрительная память. На черный не возьмет 400. Я маску делаю себе. А, привет, Шам, как ты себя чувствуешь, мой золотой?
Ты меня, походу, сглазил. Или я тебя, или ты меня, я не знаю. Или я так сильно за тебя переживала, за твои зубы, что разболелись мои зубы. Именно им, причем именно тоже импланты. Ой, два друга встретились в эфире. Прям не эфир, а жди меня. А, нечаянно вы написали, что ужасная, отвратительная я. Ничего себе. У вас раздвоение личности? Ой, это мои вещи. Опа. Харизма мое все. Я вас умоляю, я ж про что я говорю. Даже если я буду жирненькая, я буду каками, я буду брать харизмой. Поэтому у меня есть шансы. После карантина построить любовь. Тем более, вы знаете, что представьте, сколько распадется пар после такого заточения и заключения. Ой, у нас тут Шамилька хочет увидеть нас. Харизм – это мой конек. Слушай, а как камеру повернуть-то? Куда-то исчезло это все. Чтобы что? Камеру как повернуть-то? А, вверху, в левом углу стрелочки. Нету. Я же помню, что они бывали, а сейчас найти не. Два раза нажми шам на экран. А, все, все. Не. О, привет вам передаю. Привет. Как дела, Крис? Ничего, ты как? Ты знаешь, нормально, пока под воздействием обезболивающего, вроде здорово, пока нормально. А ты что пьешь? А, ибуклин. Ибуклин? Да. И он тебя берет? Ну, почему нет? Не знаю, меня не берет, тем более такая, когда сильная боль. Но я тебе сказала, на самом деле, ты не шути с этим. Ну, не надо терпеть это, лучше вызови, пусть тебя уходит. Не, уходит. А я вот, я, знаешь, я стал пить вот этот ибуклин, мне его там мой дантист прописал, и вроде ничего так. Ну, во всяком случае, боли не ощущаю. Я с тобой переговорила, и все. И что ты думаешь, заболели мои импланты? Ты серьезно? Просто заболели так. 2 года у меня не болело. Я не знаю, что это, но я думаю, что сегодня, скорее всего, может быть, просто этот, как его называют? Ну, ветер был, протянуло, не знаю, с чего вообще, но очень... Да. Или за тебя, видишь, начала переживать, мне все. Кто, если не ты? Я столько пью, конечно, меня вообще ничего не берет уже. Ты где это? Ты в магазине? В гардеробной. Не, в гардеробной, дома. Как мать? Мам, ты как? Ты как? Ну, Шама спрашивает. Но я считаю, что люди должны знать, почему так получилось, чего бы это, но я очень-очень люблю жареную картошку. Подожди, Алекс, что пишет? Я, конечно, не хотел говорить, но я считаю, что люди должны знать, почему так получилось, чего бы это, но я очень люблю жареную картошку. Алекс любит не только картошку в жареном виде. А, тут у людей шок, девочки, импланты могут быть не только в груди, есть еще и зубы, где вставляют импланты. Блин, я про грудь совсем даже не подумал, знаешь. Ну, как бы у людей, видишь, это шок. Кто с чем сталкивался, спрашивает. Че ты не решил с возвратом? Нет, пока не решил еще. А у вас открыли границы? А нет, границы закрыты, и комендантский час тоже. И комендантский сделали? Да, уже с 5 числа. Слушай, а что там Москва-то? Ничего хорошего, сегодня дали полномочия. Нет, то, что полномочия какие дали, я в курсе, это уж точно. Я имею в виду вообще по факту. Говорят, уже пробки в городе.
Ты не понимаешь, я сегодня выехала. Это что за кайф был? Я выехала, вот когда из дома выезжаешь от меня и налево. Ну, вот эта дорога, понял? Ну. Пробка мертвая стояла, Шама, мертвая. Ты серьезно? Клянусь себе, говорю. Такого не было. В начале, когда это все сделали, такого не было. Ну, видимо, заведения работают? Заведения нет. Нет, заведения нет, а людей очень много, дороги полные. И, видать, в связи с этим, как бы они сделали теперь штрафулечку. Да, да, я думаю, что теперь бюджет найдут, как пополнить. Да, да. Но при всем при этом, видишь, не делают же ничего. Ну, карантин, имею в виду. У них какие просто какие твои прогнозы? Сделают? Мои прогнозы, что в Москве карантин продлится дольше остальных регионов России, а в иных регионах, там ведь главным регионам отдали полномочия. Да. Например, в Иркутске, один из городов, мэра одного из города еще неделю назад уже объявил город свободным, то есть открыты все заведения, предприятия. Не помню, как сам город называется, поскольку и мэры городов тоже обладают правом либо открывать, либо закрывать, так или иначе ограничивать, так скажем, перемещение и работу предприятий. Но так, я думаю, что в каждом регионе, в зависимости от обстоятельств, будут приниматься те или иные меры. Где-то это может быть немного жестче, чем там, в той же Москве, где-то там попроще. Как-то так. Нет, ну я абсолютно с тобой согласна. Я думала, просто я изначально регионы Северного Кавказа, скорее всего, продлят общефедеральную меру, поскольку, знаешь, тут контактов у людей больше. Так же, как и мы, да, будем? Да, нет, там просто контактов больше, поскольку, ну, здоровается и все подобное проходит при рукопожатии и так далее. Я думаю, что федеральные меры там в республиках Кавказских сохранятся, ну, и в ближайших регионах в любом случае. Да, понятно, что мы до июня сидеть будем, просто меня немножечко не устраивает. До июня вряд ли, я думаю, что все-таки очаг действительно, как и власти предполагают, в ближайшие 2 недели будет пройден. Ну, это ничего более, чем мое мнение. Ну да. Да нет, уже как-то реально я смирилась, клянусь, абсолютно спокойно. Меня напрягает немножечко только вот это штрафование теперь, потому что мне надо выходить, отправлять посылки. Слушай, ну, а посылки разве курьеры не могут их собирать? Есть же почта, которой люди не хотят оплачивать этот, ну, некоторые СДЭК, потому что это гораздо дороже, чем Почта России. Вот. И некоторые хотят с примеркой по Москве. И ну, не хотят тут тоже ничего сложного нет. Вот для тех, кто хочет эти штрафные санкции так или иначе избежать, они там делают все справки, что они работают в каких-то там пекарнях и так далее, что является там предприятием жизнеобеспечения и имеют право на перемещение. А где мне взять такую справку? Ну, не знаю, в любой пекарне, я не знаю, в любом магазине, где продают кофе там, или в кофейне, то есть кофе с собой, это тоже является жизнеобеспечением. Серьезно? Да, или в ресторанах, которые осуществляют доставки, то есть ты можешь быть просто курьером. Охренеть. Кофе это жизнеобеспечение. Ну, это является продуктом питания и тоже. Обычно курьерами люди оформляются там в любой... Ну да, я слышала насчет того, что оформление идет к курьерам, и они я уже... Я знаю со слов своих друзей, что такого наплыва желающих быть курьерами не было никогда в России. Слушай, а у тебя есть, может быть, кто ищет курьера? Кто мне сделает? Вот там мне написали, мы тебе сделаем. Пожалуйста, кто? Напишите мне в директ, либо на WhatsApp указанный. Кто мне может сделать справку? Я вас умоляю. Да это не справка, это просто... Ну, там, как знаю, разрешение. Банально, да. Трудовая какая-то, может быть, хотя трудовые давно уже электронно видят, но я думаю, что можно сделать и... Неправда, и у меня трудовая до сих пор моя этот... Ну все, ну заведи еще одну. Там же не написано, что ты там работаешь над предприятием жизнеобеспечения. Я скажу, я людям помогаю. Я думаю, что
Я думаю, что это будет не очень, не сильно возымеет эффекта. Я скажу, я их спасаю. Ага. Не, ну ты спасать-то ты можешь так, просто посредством экрана, Инстаграма. Угу. Кто бы говорил? Уж ты-то знаешь, что я людей спасаю. Да, да, я даже не стану комментировать. Да. Не надо комментировать. Мог просто заступиться и сказать, да, это так. Это действительно тот редкий момент, когда я готов подтвердить мои слова, да? Вот-вот. Как погода у вас? Слушай, тепло, ветрено немного. Ну, а так тепло, солнышко. Ольга, у него только голос приятный, больше ничего. Вот-вот. Остальное там все неприятное. Ключевое начиная слово с характера. Больше. Ключевое слово больше. Блять, шам. Конечно, ты себе рекламу сделал хорошую. Это когда было, не заметил? Вот сейчас. А, со словами больше. Хорошо, тогда на связи. Наберешь, когда позвонишь. Угу. Все, ты уже можешь говорить. У тебя уже ничего не болит. Ты знаешь, я же сказал, что я вот выпил, и мне достаточно, во всяком случае, пока. На самом деле, у меня сложнейшая операция была, честно. А что тебе делали, помимо импланта? А, ну ты говорил, да, все. Да, да, мне же там брызгали. Я вспомнила. А тебе зашили, все нормально? Все здорово. Зашили. Залатали. Ну, хотя бы не все залатали, Шам. Хоть что-то. Это пока загадка будет. Хоть что-то оставили. А то как, девчонка, ты вернешься, такой завидный жених. Еще и после карантина, ты представь, они так на это... Я или жених завидный? Ты представь-ка этот, какой бум будет, Шам. Ага. После карантина женщины какие выйдут, голодные. Голодные, потому что заведения не работают. Я-то к этому отношусь. Конечно, конечно. Кальяна будут хотеть. На самом деле, шутки шутками, но у меня очень сильно у самой болит. Что именно? Импланты. Мне надо пойти сделать КТ. Это еще что такое? Ну, это как, не, это как называется, панорамный этот... снимок. Это, да, панорамный снимок челюсти. А, все. Нет, Лер Шама не мой бывший. Он мой будущий. Будущий, будущий. Но я пока только надежду питаю, а так не знаю. Да. Блин, они же поверят. Мы шутим. Ну, она шутит, как всегда, как и со всеми мужчинами, а я-то настроен по-серьезному. Ага, да. Именно так все и было. Вот-вот. Я себе делаю гламурную маску. Вон, тебя спрашивают, как ты общаешься с бывшими? А, так это как, скажите, пожалуйста. Я не вот спрашиваю. Вот вопрос как-то очень сомнительный. Так общаешься с бывшими? Ну, не себя же, понятное дело. Да нет, зачем? Ой, Шамиль, ты везде, тебя спалили. Ты где-то еще был и не говорил мне об этом? Не знаю, это, видимо... Как ты мог? Люди знают, хорошо. Как ты мог, а я тебе верила. Это было раньше. Все, ты решил исправиться? Измениться? А есть необходимость, да? Ну, вон, люди же пишут, что ты везде. Ну, спроси еще, где. А я тебе верила, Шам. А ты разбил мне сердце. А я вот зато сделаю масочку в стразах. Ага. Картину я уже нарисовала. Ага. Которую я тебе подарю. Мне прям? Ну, мы же с тобой решили, что я тебе ее подарю. Это как раз, ну, сейчас время такое тяжелое. Лучший подарок – подарок, сделанный своими руками. Ага. Это, я таких слов не произносил никогда. Да я помню, какие ты слова произносил. Лучший подарок, купленный на чужие деньги. Это я тебе говорю, что я тебе этот... Ты когда вернешься в родные пенаты, я тебе подарю. От души.
душевно в душу. Такой дружеский подарок тигра. Конечно, мы были бы красивая пара, я бы его украшала. Кто-нибудь еще так думает, как он? То есть ты бы меня украшал? Заметь, это не мои были слова. Угу. Твой тонкий намек на толстые обстоятельства. Я хочу сказать, что толстыми являются не только обстоятельства в данном случае. Не знаю, Шам. Тебе лучше знать. А, ну да. Не палим, да? Хорошо. Шам, ну не надо такие вещи говорить, но они же поверят. А что, пусть люди знают. Что? Шам, они мне и так гадости пишут. Ну пишут, неважно. Что мы с тобой встречаемся, и ты меня бросил. Послушай, неважно, любят тебя или не очень, главное, равнодушными не остаются. Да, они мне пишут, что ты меня бросил. Ты серьезно? Да, перед этим использовал. То есть они не знают, что это ты пользовалась мной, да? Да они вообще не знают, что никто не пользовался. Они же не верят в это. Ага. Да уже с такими сообщениями и я буду верить. Да, смейся, смейся. Тут плакать надо, Шам, а не смеяться. В моем положении. А ты там делаешь сейчас что? Сейчас, чуть-чуть осталось, я покажу. Чуть-чуть осталось чего? Доделать. Я делаю маску. Ага. Маску в стразах. Да ты и без маски ничего такая. Зачем тебе маска в стразах? Ой, просто вот в эфире 2800 человек. А так вот я бы сказала, что... А, Мозгенчик, Мургенчик. Я просто думаю, что маска... Алекс, зачем ты так смешишь людей? А можно же напрячься, от напряжения резинка на трусах лопнет. Спалили контору. Вон, уже спалили, да. Садитесь, возьмите пирожок с полочки, вы спалили контору. Ой, смешные люди. Mm. Ну, что-то там по поводу подарка, что ты там говорила? Что я подарю тебе картину. Ага. А что-нибудь посущественнее, можно более полезное? А, более полезное? Да. Например? Ну, лучше бы фото свое какое-нибудь, чем картину просто. Нарисовать свою фотографию? Или свою фотографию в рамочке поставить? Там вопрос не в чем она будет в рамочке, а в чем будет человек на фото. А, то есть так ты хочешь? Да. Шам, ну я не могу такие вещи делать. Ты же знаешь, я не такая. А, хорошо. А, это не ты, да? А, ладно. Не. Крыс веселый. Угомонитесь. Блин, как хочется кальянчика. Да, ну вот я там могу второй закурить за тебя. А больше шансов нет и никаких предложений. Только нет. Закурить можешь за меня. Крис, за тебя нет, а вот с тобой на многое способен. Ничего себе! Шанс бы такой в жизни выдался. Вот это прям заява на победу, Шам. Запомните, Шанс. Пожалуйста, все эти слова, которые он сейчас сказал. Шанс бы такой, если бы выдался. Угу. Я запомнила. Угу. Сейчас, подождите пару минуток, и я вам покажу свое этот художество. Uh-huh. Шам, какой ты невоспитанный мужчина. Ужас. Он же не будет. Я у меня нормальный. Вот. Ладно, Крис, я тебя не отвлекаю, попозже присоединюсь к тебе, окей? Давай.
Давай, давай. Хорошего вечера. Спасибо. А вам показать, когда я ее всю сделаю, или когда, или можно половиночку? Это маска, да. Блять. Рассказать вам историю из детства. Короче, когда я в Ейске жила, понятно, что о таком, как из оперы «Гуччи, Дольче, Габбана» можно было только мечтать. А амбиции-то были, ну, все были подростками, все знают, что это такое, да, когда очень хочется. Вот, и я помню, я пошла в этот... Короче, не сбивайте меня ерундой. Стразы Сваровски. Этот, я пошла, купила, значит, эти стразы. И у меня были шорты. Шорты были... Алика добавить? Алик, тебя в эфир просят. Хочешь? Короче, я купила шорты, точнее, шорты у меня были такие замшевые, что я несу, бархатные, в общем, шорты были красного цвета и в такую полосочку. Короче, я купила камни и сделала на попе. Ну, получается, вот как бы с этой стороны на шортиках и сзади я сделала надпись ДГ. Д.Г. Он плохо выглядит, он после бани. В смысле, Эдуардовна размечталась. Вот, и еще у меня были босоножки. А босоножки, как сейчас помню, такие... офигенские были тоже. Я тоже решила, что на этом зачем вообще останавливаться. Ой, я просидела весь вечер и сделала все босоножки, каблук. Вот так вот поднималась, вот так вот, как кожаная полосочка была, вот так поднималась. И я полностью сделала все это в камнях. Обычно почему нельзя эту маску стирать? Вы не стираете вещи с камушками? ДГ что значило? Дольче Габбана что значило, девочки? Ну вы что, не разочаровываете меня? Раньше же, это сейчас пишут Дольче, а раньше же линия была ДГ. Это считалось очень крутым и модным. И мне хотелось, естественно, тоже быть крутой и модной. Эти шорты очень-очень долго прожили. Вот прям очень.
Я с такой гордостью их носила, я думала, что там написано Dolce & Gabbana. ДГ было, да, именно ДГ. На авто сразу клеили? Да ладно! На что клеили? Да мне кажется, все девочки так делали. Ну что вы тоже начинаете? Все Джемин, это что? Потому что я без нее не представляла, как жить. За Сашенькой соскучила. Ой, телефон! Блять, вспомнила. Помните? Этот Сирока телефон был. Такой золотой, красивые были. Там серебряные, типа, такие модные телефоны были раньше. И этот, и весь телефон был обклеен. Я даже помню, блин, я даже помню первый, самый первый iPhone, помните, этот 3G, такой он был, как кругленький такой, серебряненький или как. У меня тоже был Сирока обклеен стразами. Алик, ну извини, нам богатых не понять. Здесь люди, которые попроще. Очень, очень горячее теперь. Я не смогу пока одеть, пока оно не остынет. Да нет, не Моторола. Это мои вещи. Не Моторола, а 3G был первый. Колобок, колобок, я тебя съем. Колобок, колобок, я тебя съем. Любовь моя, что с тобой? А что, иди, моя родная. Иди, моя девочка. А что ты? Ты проснулась не с той носки? Ты проснулась не с той носки? А, 2G был? Любимая моя, а что с тобой? Что, моя принцесса? Моя принцесса, что с тобой? Моя сладечка, моя сладунечка. Ну вот, я же говорю, 3G был серебряный. Что такое? Да, повзрослела очень. Очень повзрослела. Ой. Ой. Испугались, когда проснулась? Колобок. Колобок, колобок, я тебя съем. Блин, мне очень нравится. У меня очень сегодня болят зубы, причем все. Пиздец. Аккуратно, не обожгись. Ну, в зависимости, как этот попадут, не попадут, иногда попадают в капилляры.
Маска, нет, не согласна. Все, доходилась я с зубами. Доходилась я с зубами, зёпа моя. Надо менять на нормальные. Ой, да не бойся, зайка, ты чего? Ой, Аська. Ай. Разрешу кладу поднять на банкетку, потому что он снова ходит и пытается. А он на ночь оденет этот. Я, кстати, сука, я уже послу его, блин. Он на ночь оденет пояс. Подождите, у меня композиты, надо делать керамику. Не, я на минутку покажу им просто, чтобы было понятно. Блин, все равно не видно. Ну да. В общем. Да, и проверь отчеты о пропавших. Мы не исключаем версию о похищении. Анечка. Не знаю, вся будет или с одной стороны. 3 января 2010. Мне кажется, вторая сторона вся с перебором. Да. Я тоже думаю оставить половиночку. Но кого ручишь ты? Да, там действительно произошла авария. Вряд ли здесь есть связи, но кто-то должен знать, что замышлял Ричи. Ну, спросим у мистера Самса. Ой, классно. Как вы познакомились с жертвой, мистер Самса? И мне нравится, с одной стороны. У Ати что за пояс? Памперс. Мужской, да, мужской памперс. Так, это я сделала. Хотите, я вам покажу то, что не видел еще никто? Блять, как болят, сука, зубы. Ой, сейчас, подождите, я сейчас... сразу верну на место. Я сделаю, доделаю стразики. Ой, делать инициалы из мелких, это очень заебисто. Ну, очень трудно, реально. Ой, господи, типунь вас на язык, кто пишет этот бред. Не встречалась я с тем человеком, с которым вы написали. Не дай боже. Такое, чтобы было. Оставьте, да, в покое семью эту и меня, и вообще всех нас. Пока реально не открыла свой поганый рот. Утюгом. Вы знаете, он весь день ходил. Сегодня мы ржали, просто умора была. Он весь день был в поясе. Он ходил, 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 ходил. Он раз подошел, два пытался поднять. Это обоссаться можно было, вот он по этой пеленке. Ходил, ходил. Да сейчас я протру, вы не видите, что я делаю? Слушайте, обо мне много кто плохо говорит. Бог всем судья. Это на совести каждого. Мне плевать, верите? Вот большой колокольни. Я не знаю, почему зубы болят. Сегодня прям как-то очень... Я нервно больная. Да, смотрите.
серьезно, я прекрасно знаю, что ему некомфортно. Открою вам секрет. Это называется воспитание. И предотвращение порчи моей квартиры, в которую я дохуище вложила и средств, и здоровья. Вот и все. Я тоже думаю, что из-за простуды начну сегодня начало. Потому что у меня воспалился, получается, гайморит. У меня прям очень все болит вот здесь вот. Да. Этот, у меня болит голова. У меня болит вот эта вот вся часть. И все, сука, зубы начали болеть. Я первый раз такое. Именно верхние. А я вам что покажу? А я вам покажу сейчас кое-что. Это не чулочки на мне сегодня были. Это были носочки у Джемы. Я пью амоксиклав, Ань. Уже второй. А, кстати, не выпила сейчас. Шорты на мне мои. Ну, сафроново. Короче, я вам сейчас покажу. Антибиотик третий день. Блин. Девочки, не знаю, шорты это образец. Я их еще не утвердила. Да, хотела все, хочу все зубы, вот прям все вот так вот. Сколько я хожу с композитами? Третий год. Да, болят, знаете как? Как будто этот... Скинь. Как будто... Как его называют? Все нервы воспалены. Конечно, керамика. Если у вас есть возможность сделать керамику, сделайте керамику. А, я очень довольна Альтерой, но я еще хочу. Очень. Вот, но там раз в 3 месяца она делается. Я хочу еще сделать. Мне 32. Да не бывает такое. Первый раз вообще такое у меня. Я вам хочу показать, что будет в плане образов. Что готовится. Посмотрите, какая у меня есть красота. Этого еще никто не видел. Ой. Блин, часы. Да блин. Отсвечивает, засвечивает. Ну, короче, вы поняли. Ой. О, так видно. Не хочу я рассказывать про него ничего. Да, только для этого надо покрасить волосы. Ну, короче,
образы будут разные. Классно? Альтера дорогая. Ну, у всех по-разному, но дорогая процедура. Вот. И теперь... Самое, что интересное, что я для вас приготовила, это... Нет, блефора я еще не делала. Это все образы для образов. Понимаете, да? Как я подготовилась к карантину. Глаз, да, прошел, но осталась только вот шишка внутри. Надо, чтобы этот попроходила. Ой, мечта просто мужчины. Утром ушел один, завтра, да, этот, к жене завтра пришла другая. Но это очень смешно выглядит, когда не накрашено, когда нет, не собрано. Это очень выглядит смешно. Блин, на самом деле я такая милая. Что было бы, если бы я была блондинкой? С амбре или шатуш, как это называется. Классно? Показать еще что-нибудь? Да, я сейчас такая роковая брюнетка с отросшими корнями, что обнять и поплакать эту брюнетку. Блин, я думаю, что надо завтра уже начинать бомбить, да, образами. А то этот... Что, просто так это все лежит у меня? Тем более я ждала лампу, и я ждала эти, как их называют, реснички. Вообще надо их доставать, чтобы они отлежались и отвиселись, или... Как они там делаются? На самом деле, под вот этот вот, я прям очень хочу такой полноценный образ. Я хочу голубенький костюмчик свой надеть. И на уличке. Классно? Что-то я прям не ожидала, что...